Скоро будет женская конференция. 28, 29, 30 сентября. Вот ты являешься непосредственно тем человеком, который уже долгие годы идет рядом со мной. Что тебе, конкретно тебе, дала женская церковь? Ну, наверное, для начала она мне дала возможность реализоваться как служителю. Нет, это второе. Первое, наверное, это все-таки она сформировала меня как женщину, как служителя, как духовную личность. Научила меня разрешать семейные вопросы, какие-то личные свои, стать полноценной, настоящей, полюбить эту жизнь, полюбить себя. И уже потом я сформировалась как служитель. То есть, когда я наполнилась, я поняла, что я смогу отдавать. И я начала служить. Ну, я как такой человек, я не пастую перед страхом, я привыкла смотреть ему в глаза. Но это вызов. Вместе мы команда. Обязательно будьте на женской конференции, мы ждем вас. Нас ждет что-то очень особенное.